Всем привет! В этом ролике я хотел поговорить на такую тему, что делаешь, когда видишь в пиратских фильмах рекламу 1xBet, Азино, Три топора, Джой Казино и прочую хрень. Есть категория людей, которые очень внушаемы, которые ведутся на такую рекламу. На таких людей эта реклама и рассчитана. Как только они видят эту рекламу агрессивную, она специально сделана такая агрессивная, чтобы легко внушаемым людям было тяжело сопротивляться ей. Это с теологической точки зрения сделано специально. Вот. И как только такие люди видят такую рекламу, они, их руки сами, они как зомби становятся. Их руки сами тянутся к смартфонам, компьютерам. Они вбивают судорожно эти адреса этих дебильных 1xBet'ов, казино эти вбивают и регистрируются, играют, сливают свои деньги. Дебилы! Игнорируйте эту рекламу. Люди, игнорируйте. Не ведитесь на эту рекламу. Это все развод. Это все лохотрон. Нормальные вещи рекламировать никогда не будут. Нормальные фирмы, компании никогда не будут себя рекламировать в пиратских фильмах. Только лохотрон, только развод, только кидалово будет себя рекламировать за счет пиратских фильмов. Потому что это грех, потому что это преступление, это нарушение законов. Поэтому, люди, не ведитесь на эту рекламу, не идите по этим ссылкам, не слушайте, что вам говорят агрессивно, нагло. Нельзя разбогатеть за одну секунду, там, за несколько минут. Просто там во что-то играя, на что-то ставя. Это все развод. Деньги зарабатываются потом и кровью. Как говорил Господь Иисус Христос. Точнее нет, как говорил Господь в Бытие, когда Он создал Адама и Еву и изгнал их из рая за непослушание. Он сказал Адаму, что в поте и крови ты будешь зарабатывать хлеб свой насущный. Это касается не только Адама, это касается всех потомков Адама, всех людей, нас живущих. Мы должны потом и кровью зарабатывать свой хлеб, зарабатывать деньги. Не бывает халявы, не бывает. Халява бывает, как говорится, сыр бывает только в мышеловке. Если вы надеетесь на халяву, если вы надеетесь разбогатеть, вы проиграете. Вы проиграете не то, что имеете, вы проиграете даже то, чего не имеете. Занял там у соседей деньги, там у друзей. Поэтому не ведитесь на эту рекламу, не слушайте ее, не ходите по ссылкам. Думайте головой. Вы homo sapiens, вы люди разумные, думайте головой. Прекратите думать инстинктом, прекратите внушаться. Начните быть, наконец-то, человеками разумными. Настоящими homo sapiens, а не быдлом. Не будьте быдлом, не ведитесь на эту рекламу. Ну, на этом все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был Унылый ДЦПшник.